Всем доброе утро, ребята. Зайчик уже покушал. А, мало съел совсем. Жидкий корм, все равно он без всякого удовольствия. Сейчас будем готовить завтрак. Так, будем, наверное, на завтрак кушать Пасху. Пасху или кулич. Вчера я ходила к Люде, нас угостила пасочками, булочками вот такими. Вот. Так, творожок у меня домашний есть, сметанка домашняя. Ну, яичницу сделаю, омлет. И все, и хватает. Такой будет завтрак у нас. Наш завтрак. У меня Пасха. Ну, чуть-чуть. Мужа больше, конечно. Если он захочет, у него больше. Колбаса. У меня омлетик, огурчик, чуть-чуть колбаски, творог со сметаной. И кофеечек. На работу я приготовила себе тормозок. Вот смотрите, клубничка здесь, Пасха нарезанная. Ну а тут у меня вот чуть-чуть яичко, колбаска и сырок. Вот это у меня мой обед. Мне этого достаточно. Еду на работу. Получила сейчас посылку Озон. Хорошо, Озон находится прямо в нашем доме. Вот такой крем получила. С муцином улитки. Лифтинг-крем. Давайте откроем, посмотрим. А, у меня ножнички есть. Ух! Где там ножнички? Ножнички всегда со мной. У парнихи всегда с собой. Все инструменты. Ага. Хочу сегодня там травку подергать. Там возле ателье. Травка все время растет. Смотрите, вот такой крем, лифтинг крем. Вот корейский, вот такой вот. Консистенция такая белая. Ох. Вот такая. Видите? Вот. Ну-ка. Приятно пахнет. Не липкий. Не жирный. Как раз вот. И перед сном мазать его. То у меня же ночной крем закончился. Вот такой крем стоит 2700. Недорогой такой. Корейский. Я перешла на корейскую косметику. Раньше пользовалась Марикой, сейчас перешла на корейскую. Сосед, хочу сделать сырники. Творог мы так не едим особо. Здесь у меня сырковая масса и вот домашний творог. А вместо пшеничной муки я, наверное, положу рисовую муку. Посмотрим, что из этого у меня получится. Рисовую муку, которую я обычно беру для этих. Ух, вон она наверху, у меня рисовая мука, с которой я обычно делаю блинчики корейские. Ну и положу одно яичко. Сахар не буду ложить, у меня тут сырок сладкий, творожок, вот. Чуть-чуть изюма положу. Так что будет вкусно и полезно. Вот такие сырники у меня. Смотрите, из рисовой муки, без сахара, с изюмом, с курагу добавила. Вот. Правда, они не такие пышные, как из пшеничной, но зато они более полезные. Всем добрый день. Мы позавтракали.
Там уже доброе утро вам пожелала, теперь добрый день. Идем по делам. У меня на работе утюг перегорел, так что надо купить утюг. Вот. Ну, я буду покупать не через Каспий, а через Home Credit. Поэтому в Home Credit надо мне денежки закинуть на карточку. Вот. Затем поехать за утюгом, потом на работу, а потом уже за продуктами. Приехали сюда в Сулпак. Мне надо купить утюжок. Валера, это наша горит, что ли? Да. Нет, это вон та машина. Я думала, наша. Евромебель. Тренажерный зал. А второй этаж что? Второй этаж Сулпак. Вон. Сюда? Сюда. Целенаправленно идем. Такой большой, и никого нету. Подарок, крышка в подарок. А где? А вот утюги. Смотри. Вон. А вон. Здравствуйте. Мы утюг хотели посмотреть. 69, 75. Что вот, такие цены? Нам не надо такой дорогой, Валер. Подешевле возьмем. Или мы по 42, а? Или 75. Что-то вот смотри. 49. Тефаль. Тефалевский. Вот это дорогие брали? На какой брали? Вот такой. Или такой? На такой брали. Да. Все равно толку нет, все сгорают. Какой 29. Возьмем? У вас гарантия же есть, да? Да. Есть на 2 года, есть на 3 года. Ага. Да. Вот 24 тысячи. Это какой, Тефаль? Нет. А? Рыбард. Рыбард. 23. Фу, 27. Пойдем. 15. Ой, это... Супер цена. Вот ничего, наверное, это. Вот Тефаль. Это не Тефаль. Тефаль написано же. Тефаль? Террас. Террас. Тефаль. Тефаль. Отпаривайте вертикально. Гладильные доски. А? Что-то вот нет такого. Она тяжелая была. Такая же, но... Ну, потому что она была дорогая, Валер. Это что такое? Ультрафиолетовая сушка для обуви. Да. Мы пришли утюг брать. Зачем тебе надо это? Ага. А это что такое? Машинка для удаления катышек. Джаноми машинка. 101 тысяча. Берем утюг Тефаль. Акция на него, скидка. Купили утюг по скидке. Стоит 22 тысячи. Раньше он стоил около 40. Так, еще нам 1000 бонусов дали. Надо было сразу обновить. Я купила лопаточку на кухню. Ну, обычная лопаточка там переворачивается. Всякие там котлетки, сырнички. Вот. Здесь вот, смотрите, все по 350 есть. Здесь вот супермаркет. Мне сейчас на работу, сейчас утюг надо проверить. И шнур надо укоротить. Валера, а ты для шнура взял? А? Шнур, чтобы укоротить. Шнур надо укоротить. Взял все? Так, пришли в Нурислам.
сделает кое-какой закуп. Ой, надо было кофту надеть. Холодновастенько здесь что-то. Потом заедем в светофор также. Там возьмем этот сливки. 10%. Мне они понравились. Дешевле, чем здесь. Вот. Яйца. Можно вообще десяток яиц взять. 470 штук. Давай возьмем 10 штук. 470. Можно 20 взять. На. Цена упала. 470 стоит. Колбасы ничего не надо, но все у нас есть. Так, я хотела колу попить на годике. А, вот смотрите, мясо какое хорошее. 3,350. Фарш 2,800. Смотри, какое мясо. Что еще нам надо? А, хлеба надо. Да? Масла не надо. А, хлеб надо взять. Валер, вспоминай, что надо еще взять? А? Грузинский лимонад есть здесь. 690 стоит. А мы там почем видели? По 500, да? Сарыгачи. Здесь дороже. Видишь? Грузинский лимонад. Очень вкусный, кстати. Валера сказала, нам нужно взять банку одну. Мохито. А вот это большой. Это маленький. А? Надо вот такой средний. 370. Где? Вот. Баночка нужна нам. Что-то там хочет усилить Wi-Fi как-то. Ну давай вот мохито возьми один. Давай почитай хоть, что за мохито. Так. Напиток безалкогольный. На. Нормально. Ну что же, мы дома сделали такие небольшие закупочки. Ну и с вами яички взяли. Вот они по 470. Сливки это мы взяли. А, ладно, сначала с Нурислама. Так, Нурисламу мы еще взяли, значит, капусту, вилочек капусты, свеклу красную, обычная свекла, 500 тенге стоит. Так, киви. Котлеты. Кстати, куриные котлеты мы уже брали. Очень даже неплохие. В общем, домашние куриные котлеты. Классные. Вот еще раз повторила эту закупку. Хлеба, чтобы такой тостовый взяла. И, в общем, вот такой напиток мохито. Валерии понадобилась зачем-то жестяная банка. И вот мы поэтому взяли. Вот так мы никогда не пьем газированные напитки. Очень редко. Решили взять. Это вот покупки из Нурислама. А также, значит, я взяла утюг, уже показывала вам. И вот такую лопаточку они дали, как типа на бонусы, что ли. Такая лопаточка. А в светофоре мы взяли, значит, такси. Вот здесь 3 килограмм. Вот такая лапша. 1000. Сейчас я скажу точно, сколько стоит она. Она стоит, значит, спагетти 1109, 3 килограмма. Здесь икра кабачковая. Вот 480 тенге стоит. Вот, если понравится, значит, повторим. Сливки я уже брала там. Очень даже неплохие сливки. Они по 650. И пельмени, такие сочные, мы берем их неоднократные. Очень даже ничего, когда дома ничего нет, быстро что-то надо покушать. Вот такие пельмешки взяла. 790 тенге. Ну и взяла. Вот, лапшу быстрого приготовления. Чан-рамен, да. Чан-рамен стоит по 302 тенге одна штучка. Взяли две штучки. Вот такие закупочки у нас сегодня.
А здесь у нас Марсюня. Тут как тут. Да, Марсенька? Да. Мой зайчик. Любопытно. Мой славный зайчик маленький. Так, ну время сколько? 12:42. Сейчас будем обедать. Так, что у нас на обед будет? Да, на обед у нас есть борщ. Вчера варил Валера. Здесь кастрюльки, борщ, целая кастрюлька. Так что нам хватит. Также есть салатик. Вот. Ну, рис там есть. Ну и хватает нам. Это будет у нас обед. А потом попьем чаечек с какими-нибудь вкусняшками. Да. Здесь у нас кулич. Есть остаток кулича, который Люда дала нам. Чак-чак. И здесь халва коканская. Мы очень редко едим сладости. Так они у нас лежат, лежат, лежат. Но иногда мы кушаем. Вот здесь халва коканская. В общем, вот так вот. Марсюша, зайчики. Зайчики, на. Вкусненький зайчик. Давайте сфотографируем. На, на, на. Мой мальчик. Он такой классный. Такой маленький. Всегда ластится к мамочке, да? Всегда он ластится. Раночки здесь есть у него. Ну-ка, ушки покажи. Ушки чистые. Ушки у тебя всегда грязненькие. Потому что ушки загнутые, надо почистить ушки. Ну, хорошо, что у нас озон прямо в нашем доме. Сейчас иду на озон. Там пришел коврик мой для йоги. Заказала я утолщенный коврик толщиной 15 миллиметров. Сейчас посмотрим, что это за коврик. У нас сегодня так прохладненько прямо на улице. Прям похолодало. Ой, как хорошо, свежий воздух. Травка. Травка уже, правда, пожухла. Вот. Озон прям рядом. Какая-то кисочка. Кс-кс-кс. Киска. Ты такая. Ты чья такая красивая? Пушечка? Пыска. Пошла. Колка. Пойдем, я тебе дам кушать. Пошли со мной. Пойдешь со мной? Я тебе принесу еды. Идем. Идем, красавица, со мной. Идем. Пыска. Кисочка. Идем сюда. Идем. Ай, молодец. Хорошая киса. Идем. Киса. Кися, идем ко мне, идем. Киска не захотела с мной. Кс-кс-кс-кс. Идем сюда, кс-к. Идем, маленькая. Чего ты боишься? Идем, ты пойдешь со мной? А? Не знаю, пойдет или нет. Не захотела киска идти со мной. Вот он, коврик такой. Сейчас я открою дома. Покажу. Вот он, смотрите, какой толстенький. Видите? Так, сейчас вскроем и посмотрим. Вообще быстро приходит на озоне. Чем на Валберес. Очень быстро приходит. Вот такой он толстенький. Смотрите. Только я не знаю, будет скользить или не будет. Что-то он совершенно гладкий. А, нет, не гладкий. В общем, вот такая поверхность. Сейчас расстелю в зале, посмотрим. Ну вот, посмотрите, вот такой коврик. Толстенький. Ох, удобно будет мне заниматься. Я не знаю, как он... Качественный, некачественный.
мой коврик-то украли. Ой. Скользить будет, не будет. В общем, надо попробовать. Пришла я в свой центр долголетия. Думала, йоги не будет, а она болеет. Мы там полчаса позанимались, и она пошла закрывать больничный лист. А я вот на тренажере. Ну, в обед хочу сходить в ДК на йогу. После центра долголетия зашла на работу. Лиза меня угостила там, муги дала. Говорит, оставайся, будем обедать. Вот она принесла на обед. Салатик, это муги, смотрите. Кекс, говорит, сестренка пекла. Ну и фрукты. Сейчас с ней попьем чаечек. А на йогу в ДК, наверное, не пойду. Буду ходить с июня. Наверное. На свой коврик для йоги я шила чехол. Посмотрите, какой стильный чехол у меня получился. Вот видите? Опа! Я сейчас на работе. Здесь такая вставка сетчатая. В конце тоже вот так сеточка. Вот. И тут завязочка. Смотрите. Здесь такой ремешок. Видите, как классно. Ну, вот так держишь за ремешок. Можно через плечо закинуть. Сейчас зеркало покажу вам. О, вот так вот. Класс.